Катя Адушкина, а это мой потрясающий канал. И сегодня я бы хотела запустить новую рубрику, которая называется «Танцы в реальной жизни». В принципе, этот формат достаточно популярный, но я решила его немножечко переделать и назвать не песни, как все обычно это делают, а танцы в реальной жизни. Если честно, мы запарились, как не знаю кто над этим форматом, поэтому я надеюсь, он вам понравится. Ну а когда мы наберем 5 миллионов 400 тысяч подписчиков на моем канале, то тогда выйдет второй выпуск данной рубрики. Поэтому, чтобы не забыть сделать это в конце, прямо сейчас переходите вниз и просто, блин, нажмите на красную кнопку подписаться. Все, как всегда, зависит только от вас. А мы начинаем. Ассалам алейкум, срочные новости. Обнаружен новый вирус, передающийся друг другу через прикосновение. Люди начинают говорить песнями и безумно танцевать. Господи, да что в этих новостях только не рассказывают? Вообще нет. У меня друг ровно так же себя вчера вел. Да, господи, мне кажется, как всегда вброс какой-то. А подай мне чай, пожалуйста. У тебя все нормально? Писюм, хватит прикалываться, ну. Теперь давай танцуй. Что смущает тебя? Писюм, да это совсем уже не смешно. Давай танцуй. Да не стой ты зря. Писюм. Я не танцую. А это кто? Мы девочки. Надо им сказать, что мы зомби, который заражает этим вирусом. Ты прав, пойду и все объясню. Привет! Привет, как дела? А? Как же давно я тебя не видел. Чего? Ты пойдем обниматься, давай обниматься. Трогать запрещено. В смысле? Все хорошо, только вот. Эндорфины пошли, фантазия пошли. Я что ли чувствами залит, что глаза мозолю. Пульсом бьет бед, пульсом бьет бед. Смесом танцев обыт. Мы ловим бит, так наше сердце бьется. Мы будем танцевать. Почему бы и нет? Ребята, мне так плохо. Остановите, остановите. Так, все. Никаких больше вечеринок. О, а может... Время пострелять! Только попробуй! Я тебя придушу! Ведёшь себя как... Зачем ты со мной так, со мной так? Ди-ди-ди! Давай посмотрим телевизор, у меня есть пульт. Ты узнала, что я далеко, я по тебе скучаю. Остановите меня. Я перестаю дышать. Ребят, Катя покинула час. Кать, вставай, очнись. Вставай, очнись. Доброе утро, вставай. Кать, просыпайся. Доброе утро, вставай. Кать, у тебя все хорошо?
Ты всю ночь вертелась, как будто танцевала. Да танцевала, не то слово. Сейчас в себя приду, расскажу. Ладно, я тебя на кухне жду. Очень много места, мы будем танцевать. А ну перетанцуй меня. Я друг вчера себя вел точно так же, как сейчас вот в новостях рассказали. Правда? Да. А дальше что было? Ребята! Мне так плохо. Давайте еще раз. Что смущает тебя? Танцуй, давай. Слово дня, душнина. Танцуй! Да ё-моё. Угли мне помена! Танцуй! Катя. Отсюда. Давай, давай, Сём, давай, твой выход. Иди танцуй, поддерживай, Сём. Офигенно было. Вот с таким лицом, Сём. А это еще кто? Ай, девочки. Так, пятый Б. Вот это сел. Да. Катя, у тебя все хорошо. Ты ночью... Больше страсти. Как я могу стоять? Ничего, ничего, ничего. Собака какала, собака тела. Блин, поближе, лишь блин, поближе. Так мысли вслух. Так переживал, как подать всю эмоцию. И бокальчик любимого игриста. Ну как сейчас начинать, если у нас бокальчик любимого игриста? Посмеялись, собрались. И... С тобой все в порядке? Ну а если вам понравился этот выпуск и вы хотите видеть продолжение, то прямо сейчас заходите вниз и подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, что когда мы набираем 5 400 000 подписчиков на моем канале, сразу же в этот день выходит вторая часть танцев в реальной жизни. Я вас всех очень сильно люблю. Ну вот и все, ну вот и все, ну вот и все. Это было все. И всем пока, пока, пока. Пока, пока, пум-пум-пим-пу-дым-пу-дым-пу-пим-пум-пим-пу-дым.